чи жого вур? Жого, чан, жого вур. Դու շորերես ասել, լսի։ Հայաստանին են կորցնում։ Իրանք դրել են ռուսերեն հայերեն, ռուսերեն հայերեն։ Մի բան հասկացեք, որ մի ճշնամի ունենք, մի ճշնամին մեկնա, որը նստածա մեր պետության ղեկին։ Ուրիշների մեղադրել պետք չի, պետք է հեռացնել միայն մի հոգու եւ վերջ։ Իրար ուտել պետք չի։ Այդ խոզ քերտող է, գյուղում խոզա քերտը, այդ խոզի բիզնեսով է զբաղվել։ Հիմա արյան բիզնեսով, պատերազմ, բոլոր պատերազմները բիզնես են։ Հիմա էլ եկել է հայ եկավ խապելով ժողովրդին զավթեց իշխանությունը, հիմա էլ ժողովրդի արյուննա ծծում։ Բիզնես է այս իր համար։ Великий державы, потому что по него сказали, чужой счет живет. А где своя голова армян? Почему надеется на того, на третьего, на десятого? Где своя голова? Почему нету? Почему Азербайджана есть, у вас нету? У вас нет. Подождите, я сама с Азербайджана, я знаю. Я тоже там родилась, я прошла через это все, меня отсюда. Выжили отсюда, меня выжили. Я тоже. Где у них другой менталитет. Они вообще все бессловесные. За них думает Алия. Уже 40 лет, 50 лет. А почему мы за себя не можем думать? Называем Баграмянов и маршалов и ученых. Я не знаю, кого только не называем, а сами ни на что не способные. Армяне считают, что они во всем всегда правы. У них очень большое самомнение. А в конце все виноваты, кроме нас. Все виноваты, кроме нас. Да. Нет, не все виноваты. Мы виноваты. Все виноваты, кроме нас, да. Мы позиционируем себя, все нам обязаны, все нам должны. Мы такие великие. В итоге все виноваты, кроме нас. Он не так сказал. Вы просто нам. Я про себя говорю, я вижу то, что наблюдаю. Вы откуда? Я из Дашкисана. Мои предки из Сюника, сейчас и до них дойду. А я из Дашкисана. В 88 году вот так все стояли, мои земляки. Зашли по домам, все ходили и сказали, даем вам столько-то время, освободили. Освободили Дашкисанский район, Халнавский район, Шумяровский район. И тогда был Советский Союз, и ходили.